Нефтехимика. Вот их неудача — это результат какого-то спада, то, по крайней мере, вот по этому показателю сегодня они уже точно прогрессируют. Да, Эштон Картер не самый результативный игрок, несмотря на то, что легионер, но вот год отдал Нефтехимику. Лучший год. Вернемся на площадку. Лямин набрасывает на ворота. Рикард Гюнге, бросок, гол, 100%. Реализация численного преимущества. Нефтехимики дважды выходили вперед. Уже в третьем периоде, но оба раза торпедовцы как-то быстро отыгрывались. Поэтому вот именно вот эти вот позари, к сожалению, как отметил Андрей Назаров, пополняется. И счет становится 3-2. Неудачно Иван Лисутин отбил шайбу перед собой уже в Джона Нормана, который, кстати, в одном из предыдущих эпизодов совсем недавно там устремлялся в активную контратаку на скорости. Ну, забрасывает шайбу. Но не попал по шайбе. 26-й номер Нефтехимика. Будет бросать Лямин. Нет, не стал. Бросок. Бонус. Счет становится 3-3. Дэн Секстон. Что творят сегодня команды? Или Александр Овечкин забросил шайбу Дэн Секстон. И также Кирилл Лямин и Вильгер Брюле набирают очередные очки. 3-3. Прекрасно видим. Первый период. И если вы смотрите эту карту 3, вот эти торпеды расположились. Прижимаются ворота к нижнекамцам. Макмиллан. Бросок. И все-таки добиваются они своего. Давай возьмем игру под контроль. Такой неписанный судейский кодекс. Вот смотрим, как попал, да? Ну, попал уже. В общем, Лисутин, наверное, должен был брать эту шайбу. Пишем, что он на ошибку здесь по марку. Торпедовцев также выше. Бросок за броском. И пятая шайба влетает в ворота Лисутина. Первый отбил. Ну, там уже добивание. Ну, посыпался Нефтехимик. Видно, это было даже при счете 3-3. Тяжело. Бросок. Заблокировал здесь Гюнге. Добивание. Лисутин перед собой. Ну и Фролов заводит шайбу за ленточку. Ну, не знаю, что тут. Ленин на площадке. Ну вот, гол забрасывает Егор Миловзоров. Поздравляем Егора. Наконец-то он забил. Долго ждал он этого момента. И сегодня мы даже об этом с вами беседовали, о том, что нужно этому человеку гол. Бывает и нужно, чтобы Миловзорова партнеры по команде все поддержали, поздравили, вне зависимости от того, как эта игра закончится. Потенциал Миловзорова может помочь Нефтехимику ворваться в зону плей-офф и занять Дилами на воде. Но, по крайней мере, еще не были таковы. О, бросок воротам удалось сделать. Очень опасно было. Совсем чуть-чуть. Гол! Сравнивает счет Нефтехимик за 2 секунды до конца. Смотрите, остается совсем чуть-чуть и попал. А Проскуряков-то как здесь профукал этот момент. И Миловзоров спасает Нефтехимик. 2 шайбы подряд. Что, можно сказать, с возвращением, Егор, да? Дарит он нам овертайм. Ну и что сейчас будет скандировать? Наверное, молодцы, молодцы. Кошек Брюсова
рикошетом отбросил шайбу, не ехал в сетку ворот. Рядышком у нас ее коньками прошмыгнуло. Вот это хороший эпизод. Может быть гол! Нефтехимик побеждает в овертайме 6-5. Ну что ж, это прям просто феерия какая-то. Первая победа в овертайме. Ну и действительно, молодцы наши парни. Единственный момент появился в овертайме. Бросок и гол. Ну что ж, Илья Проскуряков опустил голову. Его понять тоже можно. Не сказать, что у них было прям очень много сегодня работы. Но напускал он сегодня, будь здоров. И Нефтехимик тяжелейший матч. Просто сумасшедший. На жилах вытаскивает. Ну и эта игра, я думаю, запомнится надолго. Ну что ж, нам пора с вами прощаться. Поздравляем мы с этой просто фантастической победой. За хоккеем сегодня сумасшедшим этим следил вместе с вами комментатор Дмитрий Белоусов. Занимайтесь спортом, болейте за Нефтехимик. И до новых встреч!